купленным 2 недели назад автомобилем Раниль любовался. Недолго. Сегодня на его внедорожник ходит смотреть весь двор Корабельный 56. Nissan Qashqai и еще 3 машины, стоявшие рядом минувшей ночью, стали участниками ДТП. Причем хозяева транспортных средств в это время мирно спали дома. Спал, сигнализацию подключала, вышел. А тут 2 парня стоят, говорят, вашу машину сбила женщина одна и уехала. Ну, мы пошли туда. Она там стояла, ждала, наверное, не знаю. Потом она уехала. Далеко уехать не удалось. По горячим следам водителя БМВ задержали сотрудники ГИБДД. За рулем оказалась 32-летняя женщина. Сотрудники ДПС данного водителя задержали. На данного водителя были составлены протоколы за то, что скрылись с места ДТП, и за то, что за отказ от медосвидетельствования. По данному решению будет решать суд, но если будет ее вина доказана в судебном порядке, то будет лишение водительского удостоверения. По словам очевидцев, девушка, протаранившая машины, была в алкогольном опьянении. Так ли это действительно, сейчас выясняет следствие, которому также предстоит разобраться, почему на достаточно широком участке внутриквартальной дороги водителю БМВ не хватило места. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, новости НТР.